Так, вот, есть такое хорошее средство, посуду мыть, ушастый нянь. Она закончилась, вот, пустая. Я пошел в магазин Новый год, как всегда там пусто в магазине. И вот с разгону купил такое средство, подумав, что ушастый нянь поменял упаковку. Потом вчитался, оказывается, названия совершенно разные. Это вот тут детские написано, хотя те же зайчики. А здесь написано ушастый нянь. Думал, что это вот подделка, но вычитав здесь вот место, где было произведено, они в тех же городах сделаны. Город Ангарск. Что это? И оказывается, различие в том, что этот ушастый нянь сделан по ГОСТу, поэтому он стоит дороже, а этот сделан ТУ, поэтому он стоит дешевле. Так что имейте в виду, я думаю, это два одинаковых продукта, тем более здесь вот указано, что не имеет отдушки, без красителей, а здесь вот он с ароматом ромашки.